Ну, нам очень новые технологии, гаджеты нам огромную власть дают над нашей жизнью и сделали нас мобильными, что очень здорово. Но зависимость, правда, плохо, и даже у меня, мне кажется, она есть. Я думаю, что детям с самого детства, с самого начала их жизни, все-таки стоит давать возможность играть с какими-то более физическими вещами, нежели чем с айпэдами, айфонами и так далее, потому что хорошо, когда ты во взрослом возрасте все это получаешь, у тебя другая уже зависимость немножечко, которую еще можно побороть. Когда у тебя, мне кажется, с детства, а современные дети растут уже со всеми гаджетами, которые даже у меня еще, которых даже у меня еще не было. Я думаю, что стоит просто, когда ты воспитываешь детей, с самого начала давать им какие-то другие истории, не айфоны, айпэды, тогда будет зависимость не такая сильная.